Плохо освещенные перекрестки, тротуары и недостаток праздничной иллюминации. Поездка по улицам показала, что проблемы с освещением в городе есть. После реконструкции дорог Харитона и Семашко улица Ленина казалась особенно темной, хотя там тоже заменили обычные лампы на светодиодные. По улице Ленина мы замеры проводили, там тоже соответствует 10-15 люксов. Но это на нижней границе фактически допустимого. Здесь идет превышение где-то в 2-3 раза. Здесь порядка 40-60, бывает и до 80 люксов доходит. Но, естественно, освещенность другая, фактически как днем. Замена натриевых, люминесцентных и ртутных ламп на энергосберегающие идет по всей стране. За счет энергоэффективности и большого жизненного цикла переход на светодиоды сэкономит городскому бюджету до 70% от общих затрат на освещение. В Сарове предстоит заменить более 5000 уличных фонарей. С учетом того, что один светильник стоит примерно 20 тысяч рублей, менять будут поэтапно в течение нескольких лет. Окупаемость проекта уходит за габарит где-то 15 лет. На такие длительные сроки инвесторы, как правило, не идут. Здесь однозначно должны быть средства бюджета города. Понятно, что объем большой. Естественно, ежегодно мы определенную сумму на эти задачи должны выделять, чтобы у нас в плановом режиме происходила замена светодиодного, обычных фонарей на светодиодные. Слабо освещенные перекрестки уже сейчас оборудуют дополнительными консолями, которые направляют на пешеходные переходы. Это увеличивает освещенность проблемных территорий, аварийность на этих участках должна снизиться. Также руководители города обратили внимание на недостаточное освещение дворов. С этой проблемой можно справиться при поддержке инициативных жителей и депутатов. На ней тоже работаем. Есть такая программа поддержки местных инициатив, которая реализуется губернатором. Мы активно в ней участвуем. В этом году тоже ряд проектов будет по городу направлен на освещение дворовых территорий. В преддверии Нового года затронули проблему недостатка на улице города праздничной иллюминации и призвали предпринимателей уделить больше внимания украшению гирляндами своих территорий. Мы должны сделать что-то, что сразу сделает любое место нашего города однозначно узнаваемым. Чтобы мы по виде картинку сразу понимали, это точно Саров, ни с чем не перепутаешь. В конце осенне-зимнего сезона по результатам мониторинга улично-дорожной сети в администрации планируют создать программу для улучшения освещения города. Елена Грискова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.